я Настя. И сегодня я проснулась с мыслью, что хочу свежий круассан. И я отправилась в одно место. Используем здесь свежие продукты, используем старые рецепты. Ну и, в принципе, это, наверное, основа хорошего вкуса булок. Хорошо, так, старые рецепты, значит, есть какие-то секретные ингредиенты? Ну, да, но мы их рассказывать не будем, потому что это секрет. Как сделать такой хрустящий багет? Вот он прям, как в рататуе, прям хрустит. Ну, наверное, это зависит все-таки от пекарей, каким образом пекарь подошел к своей работе и как он сформировал багет, как он замесил тесто с душой, не с душой, с радостью, там, с настроением. Я слышала то, что у вас пекарня полного цикла. Что это такое? Да, получается, пекаря у нас приходят к 4 утра и начинают замес теста. То есть первое тесто оно замешивается в 4 утра. Постепенно, в зависимости от того, какое тесто, что мы будем выпекать, как бы тесто подмешивается, выпекается у нас, выпечка у нас начинает выходить с 6 утра. Получается, и в течение дня мы выпекаем 3-4 раза, то есть к концу рабочего дня, да, грубо говоря, там к 6 часам, у нас есть продукция, которая только-только вышла с печи. Ты сейчас слюной закапываешься в стекло. Не следи за мной. А если я вечером пошла такая после работы и захотела что-нибудь себе вкусненькое, я могу приобрести? Да, после 5 часов у нас однозначно еще полные витрины, но с 7 часов до 8 часов вечера у нас начинается скидка, она ежедневная, 30% на всю продукцию. И мы распродаем все, что мы напекли в течение дня, чтобы на утро у нас ничего не осталось, и покупатель уже на следующий день пришел и купил только свежую продукцию. Но бывает, что такое, ну, что немножко остается чего-то, и первые 4 часа с утра мы тоже делаем скидку на вчерашнюю продукцию 30%. Витамина отдельно, она выделяется ценником. Если я захочу на Новый год, готовить я как бы особо не умею, но я захочу себе пирог на Новый год, я могу сделать предзаказ? Да, конечно, вы можете позвонить по телефону, заказать интересующуюся вас продукцию, и наши пекаря обязательно вам приготовят. Не только пироги, получается, я могу хоть что заказать? Хоть что можете заказать, но единственное, что только из того ассортимента, который мы выпекаем. У этой пекарни есть еще один филиал, и он находится в островах. Пойдемте посмотрим. Здрасте. Теперь все я про вас знаю. Дайте мне всего понемножку. Ну все, диета. Сори, нам с тобой не по пути.